Заряженной энергией солнца от Санбоя. Специалист по космическому праву. Лайк поставить? Как быстро наступит это будущее, никто сказать не может, но ясно то, что первый шаг к нему мы сделаем именно сегодня. Держи, запуском аппарата Лукасик. НА-25, до Держи, которого Лукасик. Остались уже считанные минуты. С нами на связи наш коллега Сергей Тюрин, прямиком с космодрома Восточный. Ну что, Сергей, рассказывай, все затаили дыхание. Обнови на Восточном. Страничку, у тебя задержка? Владислав, ну действительно, на самом деле, не было уже задержки, здесь что-то полная тишина, и я тоже вынужден спокойно приглушать свой голос, потому что все сосредоточились на стартовой позиции, ракета будет отправляться на спуск буквально через считанные минуты. Ракету у нас есть, может быть, минутка одна единственная, чтобы спросить директора департамента автоматических комплексов и систем Роскосмоса Кирилла Валерьевича Борисова о том, что сейчас происходит на космодроме. Коллеги, сейчас прозвучала команда «Ключ на старт», пошла циклограмма. Задонать Санбой. Да у меня что-то такое ощущение, как будто если туда донат закинуть, то ему только, я не знаю, процентов 10 отойдет. Через 3 минуты должен произойти контакт подъема, поэтому давайте сосредоточимся на этом событии. И все вопросы, которые всех волнуют, безусловно, мы с удовольствием прокомментируем позже. В более спокойной обстановке. Спасибо. Спасибо большое, Кирилл Валерьевич. Сосредоточься на пуске, друзья. Примем эти водные. Сергей, спасибо. Слушайте, Сереж, не могу не спросить лично тебя. Волнуешься? Я вот честно могу сказать, находясь в студии, уже очень волнуюсь. Владислав, вы не представляете себе, наверное, как это волнительно и невероятно сложно действительно вот так вот попытаться передать все те эмоции, которые возникают у тебя здесь на старте, когда... Я надеюсь, у них камера-то хотя бы есть какая-нибудь, ну, типа, с охуевшим ракета, объективом, чтобы мы видели вообще, как она улетает? Миссия, или это максимальное качество, деле, которое мы здесь вот, увидим? Так, как сейчас, волнуюсь... Потому что что-то качество, ну, я бы не сказал, что очень хорошее. Что еще... Я мог бы прокомментировать прямо сейчас, вот специально из архива Ставочку? Российской Академии Наук. Сегодня мы взяли на наблюдательную позицию альбом космических путешествий Константина Эдуардовича Циолковского. Мы все с удовольствием вспоминаем все эти страницы каждый раз, когда нам представляется возможность оценить его невероятный вклад в развитие космоса, так же, как это... Это типа пример мерчаги? Камерой. Покупаем мерч? А, вон, кстати, есть зрители. Что-то кто-то там стоит, смотрит. В институте космической... Бля, ребята, минута осталась. Ты можешь просто, можете просто камеру переключить на ракету и все, и все помолчать. Запуск, что именно Константин Эдуардович Циолковский, он первым предположил о наличии воды на Луне. Так что вот специальный презент мы сегодня держим перед собой ради сохранения вот такого образа и памяти. Не спугни ракету, ты же сам говорил. Да, Сергей, спасибо. Без Циолковского это правда было бы невозможно. Ну что ж, друзья, до главного события. Мой папа участвовал в сборке аппарата, говорит, инструкции никаких, все буквально на коленке делали, а ты тут про камеру. Космодром Восточный. Мой папа и есть ракета. Он сказал, что сегодня не полетит. Ща будет. Блядь, не толкайся. Бля, и вот там, сука, хочет жрать, блядь. И, блядь, телефон выключи, сука. Бля, тут и съемка видео запрещена. Ёбка-макарёбка. Земля, борт. Земля в иллюминаторе. Земля. В иллюминаторе. Есть переход ВОКа и на бортовое питание. Есть сброс шоу ВОКа и 30-й. Есть отрыв холодный пневмоколодок блока и 70-й. Ну-ка. Есть мачта 30-й. Пуск. Пуск? Пуск. Пуск? Полетела роднуля.
Полетело, полетело, давай! Let's go! Homo sapiens! Homo sapiens! 10 секунд. Параметры системы управления ракетоносителя. 20 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. Ну и чё? И всё, и там облачно, что ли? Мы ничего не увидим? А, не-не-не-не-не, даже такие камеры есть. Опа, все, мы в космосе. Стабилизация изделия устойчивая. Учись, Илон Маск! Вот тебе и батут! Шестьдесят секунд, полет нормальный. Так, вон написано 63, а на 118 деление первой ступени будет, да? 67 это... 70 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. А, это время. Сейчас еще подумают расстояние. А, расстояние вон 25 километров. 80 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Скорость 3000 километров в час. Нихуя себе. 90 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. А подвисло или мне кажется? 100 секунд. Параметры уже видно. Уже изгиб видно. Так, поворачивается. 110 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Есть Опа! Выключение двигателей боковых блоков. Опа! Есть отделение боковых блоков. ББ, боковые блоки. Сброс головного секунд. Обтекателя. Стабилизация изделия устойчивая. Сто сорок секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. Вот казалось бы, 3 минуты, и ты можешь оказаться в космосе. 150 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Сто шестьдесят секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Сто семьдесят секунд. Полет нормальный. Ну чё, Илон Маск, сука, завидуешь? Сто восемьдесят секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. А через сколько она долетит до Луны? 190 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. На Луне буквально нехуй делать. 200 Бля, секунд. Что ты им сразу полет ты не сказал? Нормальный. Время КП 2 часа. Бля, а нахуй они ракеты-то тогда запустили? 189 миллисекунд. Бля, позвоните им кто-нибудь, чтобы разворачивали. 210 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Блядь, они не Есть знали, походу. Есть сброс створа головного обтекателя. Опа. И сейчас где-нибудь в Челябинске какой-нибудь Петя идет на работу, и ему эта хуйня на него падает. 230 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Мне всегда было интересно, как они вот высчитывают вот эти штуки, которые... 240 секунд. А, там или они должны же сгорать в атмосфере, типа, да? А, точно сгорит? Они достаточно высоко поднялись? 250 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 260 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Там все по таймингам? Скорость 12 тысяч километров в час. А, и там 27 тысяч написано. Это, то есть они... управления ракеты-носителя в норме. Это целевая, да, скорость, которую они хотят достигнуть? 140 километров. Прошел гарантийный надув бака в третьей ступени. Есть запуск двигателя третьей ступени.
Есть выключение двигателя второй ступени. Так. Есть отделение второй ступени. Есть сброс панели хвостового отсека. Триста десять секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Какой микрофон будет? 120 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. Чё это было? Триста тридцать секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Триста сорок секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Триста пятьдесят секунд. Полет нормальный. Но это круто все равно, что даже 360 при том, секунд. Что происходит Тангаж, в стране, рыскание, при том, как в норме. Весь Роскосмос разворовали и чуть ли не убили, все равно. Там есть люди, которые все-таки чем-то занимаются, что-то строят. 370 что секунд. Способны параметры полететь в космос, блин. Носителя и разгонного блока в норме. Потенциал все равно есть. Людям все равно это интересно. 380 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 390 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. У Илона буквально не полетело? Ну тут уж это уж 400 все секунд. Потому что стабилизация тут это как бы немного, изделия устойчивая. Немного все-таки разные вещи. Вот эта ракета и ту, которую Маск собирался в космос запускать. Он собирался запускать буквально самую здоровую ракету 410 в истории секунд. Человечества. Полет нормальный. Тут как бы все-таки надо понимать, что это разные вещи. Прошло включение второй ступени наддува бака в третьей ступени. Тут надо не относиться к этому не так, что типа, мы, блядь, всех разъебали, у них не полетело, а у нас полетело. А надо как бы, типа, блядь, у нас полетело, и у них пускай полетит. 430 секунд, двигатель третьей ступени работает. И пускай вообще все летательные нормально. Аппараты, которые собираются исследовать космос, пускай они тоже все полетят, и у них все удастся, и все у них получится. Вот с таким, мне кажется, отношением надо... 440 секунд, к таким вещам относиться. Вращение в норме. Я как бы тоже я там про Маска сам говорю, но это все просто приколы. Это трехслойно, ребят, секунд, ничего не понимаете. Полет нормальный. Так или иначе, все, каждый такой запуск — это достижение для секунд, каждого человека. Вообще, в принципе, для всего человечества вместе взятого. Как вида. Хоть мы это, конечно, особо на себе и не почувствуем. 470 секунд. Моментально. Двигатель третьей ступени работает нормально. Но тем не менее. 480 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. У них не полетело, у нас полетело. Это буквально заголовок на завтра в новости. Не, ну то, что как бы пропаганда это все будет использовать, 490 и как обычно секунд. Все это извратит, и превратит устойчивое. Это достижение, покрасит его в какие-то говёные краски, это 100%, я в этом не сомневаюсь. Как там на Первом секунд. Канале полет потом нормальный. Будут об этом говорить, что типа, а мы запустили... 510 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 24 тысячи километров в час, ебаный рот. 520 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. В чате под трансой предлагают на США упасть. 530 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 540 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в да. норме. Опа, а что случилось? 550 блядь, секунд. Я вот только, полет нормальный. Только отвлекся на секунду, а? Есть выключение двигателя третьей ступени. Ребята, стрим почините. Есть отделение головного блока. Головной блок в составе разгонного блока фрегат номер 12210 и космического аппарата Луна-Глоб выведен на опорную орбиту. А это там уже операторы наготове.
Друзья, потрясающий старт. У меня аж мурашки по коже. Предлагаю вновь вернуться на космодром Восточный. Сергей, как у тебя ощущения? Ладно, это я уже слушать не хочу. Не, ну классно, классно, конечно. Но вот это все грустно смотреть. Но вот этих вот победобесов, которые вот такие достижения человечества извращают. Ну, а так, в любом случае, даже несмотря на таких идиотов, все равно. Это круто. Как бы там кто не пытался политику сюда приплести, вот что-что, а вот это как раз вне политики. Вот, наверное, одна из очень немногих вещей. Это не то, что вне политики, это выше политики. А приземление на Луну покажут? Да, там уже американцы стоят с камерами наготове. И снимают.